Приветствую всех на моем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такие вот цветочки. Делаются они одинаково, только один с серединочкой, которую я также покажу, как делать, другой без серединочки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для работы я буду использовать репсовую ленту шириной 4 сантиметра, а также органзу 4 сантиметра шириной. И мне понадобятся отрезочки, из них 4 на 13. Я попарно прикрепила ленты, и таких отрезочков нам понадобится каждый по 8 штук. Также мне понадобится репсовая лента шириной 2,5 сантиметра и отрезочки из нее 7 сантиметров. Мне понадобится 8 штук. Отрезочки лент попарно соединенных. Белой стороной я беру к себе, сворачиваю под 90 градусов и еще раз поворачиваю, свожу края вместе. И теперь один краешек поворачиваю к этому уголку. И вот у меня получился лепесток. Таких лепестков нам понадобится 8 штук. Серединочка делается так же самое. Белая лента перегибается, сводится края вместе. И один кончик и закрепляем. Берем иголочку с ниточкой и будем сшивать. Делаем один прокол здесь. Все слои ленты захватываем. Накладываем. И снова прокалываем здесь. И все слои ленты следующий лепесток. И так сшиваем все белые лепестки. Собрав на нить все лепестки, соединяем первый и последний лепесток. И затягиваем. Закрепляем. Серединочка готова. Теперь берем большие лепестки. И так же само сшиваем. Прошиваем все 8 лепестки на нить, также соединяем и закрепляем.
затягиваем хорошо и закрепляем. Теперь, когда все лепестки собраны, можно собирать цветок. Его можно оставить и так, приклеив серединочку. Он тоже хорошо смотрится. Можно с серединочкой. Я сделала еще один вариант с розовым цветом. Как бы он и так красиво смотрится. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Творческих вам успехов и до новых встреч. Пока-пока.